Алименты для детей уменьшили в 4 раза. В прошлом году с введением нового кодекса о браке и семье размер алиментов для неработающих папаш существенно понизился. Если раньше неработающим лицам, уклоняющимся от выплаты денег, производился расчет задолженности, исходя из средней месячной зарплаты, то теперь из минимальной, а это около 17,5 тысяч тенге. Это значит, что сумма алиментов на одного ребенка составляет чуть больше 4 тысяч тенге. Возможно ли одеть и прокормить ребенка на такую сумму? Сегодня об этом мы спросили карагандинцев. Я считаю, во-первых, это неправильно, поскольку отец должен содержать своих детей также материально и тому подобное, и видеться с ним. Ну, элементы это положено. Мать одна, но по-любому никак не справится. Дети не виноваты, они должны полностью быть обеспечены. Ну, пусть сокращают, что ж делаешь. Ну, пусть семьями живут, чего бегать, елки-палки. Ну как сократят элементы? Не знаю, для ребенка раньше 25% же платили. Сейчас, я думаю, нет, неправильно, что сократят. Должны, наоборот, прибавить элементы. А как жить тогда? Это женщине воспитывать ребенка как можно, если будет снижаться? Нет, конечно. Потому что пускай работает и платит, как он сделал ребенка, так и пускай воспитывает, подкармливает, чтобы он рос, ребенок. Женщина одна не справится с воспитанием без помощи мужчины. Наоборот, надо увеличивать в 5-6 раз, в следующий раз, чтобы знал, как жениться. Если он 100 тысяч получает, то я бы не пожалел 30-40 тысяч вот просто ребенку отдавать каждый месяц, без суда. Но если действительно у него мизерная зарплата, там 20 тысяч, 25 тысяч, а у него отдельная семья, ему трудно вот это платить. Это тоже надо понять, правильно?